Мы рады вас приветствовать в Еврейском музее и Центре толерантности, потому что здесь мы пытаемся все-таки, чтобы прижились дискуссии о русском авангарде при поддержке энциклопедии русского авангарда. И по воскресеньям, возможно, кто-то среди нашей аудитории был несколько воскресений назад, мы проводили дискуссию по Василию Кандинскому. Следующая дискуссия будет по Наталье Гончаровой, ну а это посвящена «Черному квадрату» Казимира Малевича. Прямо сейчас я вам представлю участников нашей дискуссии, но до этого, перед этим, наверное, скажу, что, если вы помните, «Черный квадрат» был впервые выставлен в Санкт-Петербурге. Это была последняя выставка русского футуризма, по крайней мере, она так себя представляла. 1915 год, декабрь, и устроители выставки хотели показать, что футуризм в России, пожалуй, завершается в русской живописи и начинается супрематизм. Надо сказать, что на этой выставке Казимир Малевич представил 39 картин. «Черный квадрат» — это было не единственное, что там висело от него. Но, пожалуй, это была такая самая значимая картина. Она висела в красном углу. Красный угол, где в России вешают иконы, и это действительно получилось довольно иконным знаком русского авангарда в дальнейшем. Я представлю прямо сейчас компетентных экспертов нашей дискуссии. Это Виктор Арсланов. Давайте его, пожалуйста, поприветствуем. Профессор, доктор искусствоведения. И вдвойне приятно, что я видела по общению, что есть и студенты Виктора Григорьевича. Так что, мне кажется, имеет смысл поддержать вдвойне Виктора Григорьевича. А второй участник нашей дискуссии – это художник Дмитрий Гутов, теоретик искусства. Дмитрий, добрый вечер. Мы договорились в каком-то живом таком режиме существовать, и очень хочется еще и вас подключать с вопросами. И мы договорились построить дискуссию следующим образом, что вначале будет слово... Ой-ой-ой, что-то у нас, да. Вначале будет слово от Дмитрия, а потом уже Виктор Арсланов подключится к нашей беседе. И вопрос поставили достаточно просто. Так, наверное, как ставился этот вопрос в огромном количестве дискуссий по «Черному квадрату». «Черный квадрат» — это искусство? Или это не искусство, которое можем нарисовать я и вы, я не знаю, может быть, вы. Я даже пробовала нарисовать перед этой дискуссией, у меня человека, который вообще не рисует, даже что-то получилось. Дмитрий Гутов, давайте его поприветствуем и начнем нашу дискуссию по «Черному квадрату». Что же это такое? Добрый вечер, друзья. У меня сразу, чтобы было... Была понятна драматургия нашей встречи. У меня вопрос к Виктору Григорьевичу. Виктор Григорьевич, «Черный квадрат» — это искусство? Можно? Можно, да. Возьмите, знаете, пожалуйста. Это отрицание искусства. Это находится в рамках искусства. Безусловно, это не... Когда этот вопрос, между прочим, задавал Михаилу Александровичу Лившицу, не помню, про «Черный квадрат» или про что-то другое, я спрашивал, это что, искусство? Он говорил, ну, конечно же, это не точание сапогов. Это находится в рамках искусства. Но это отрицание искусства. Так же, как есть, например, период иконоборчества известный, да, когда уничтожались иконы. Это тоже находится в рамках истории искусства. Но это было уничтожение. Ну, я думаю, драматургия уже более-менее обозначилась. Хочу сказать, что иконоборчество – это не произведение. Это было такое движение, мы знаем, в 8 веке в Византии по уничтожению икон. Я задал вопрос совершенно иначе. Является ли «Черный квадрат» произведением искусства? Он является тем произведением искусства, которое... уничтожает искусство, которое делает, он является знаком, символизирующим, что дальше изобразительное искусство невозможно уже. Ну, тут, кстати, Дмитрий, промелькнуло интересное слово про икону, ведь в русской иконописи как раз есть какая-то икона, где, я вот, к сожалению, не знаю, может быть, вы понимаете, о чем я говорю, где один из святых действительно держит что-то, что очень напоминает «Черный квадрат». Вы знаете, я просто не помню. Я просто помню, что к тому времени... В Третьяковке находится. Он держит в руках «Черный квадрат». Держит в руках вот что-то похожее на «Черный квадрат», но мы не можем сказать тогда, что это был «Черный квадрат». Да, явно там он не мог держать картину Малевича.
по целому ряду причин. Мое выступление будет достаточно коротким. У нас я не готовился специально к лекции, хотя мне приходилось читать лекции по «Черному квадрату». У нас спор, можно ли про него рассказывать 2 часа, и это реально. Я очень коротко изложу несколько тезисов, к которым, я надеюсь, мы потом вернемся. В чем гениальность этого произведения, которое в течение уже столетия держит напряжение весь мир и является самым узнаваемым живописным произведением всего столетия? Это не просто сделать такую вещь. Малевич совершил, создавая «Черный квадрат», абсолютно беспрецедентное интеллектуальное усилие по продумыванию того, как вообще движется искусство, как оно развивается, в чем его внутренняя логика. Вот у людей, которые не занимаются искусством как художники, я не сразу не накидываюсь на профессоров искусствознания. Ну что вы, я не занимаюсь. Да. Они, многие, они полагают, что художник, он свободен, что он может делать и это, и он может делать то, ну типа, что ему в голову взбредет, или к чему ему душа лежит. Вот сегодня хочется закат нарисовать, завтра девушку, послезавтра черный квадрат. В искусстве все выглядит очень жестко. Оно развивается по своим законам, и оно само требует, что делать. И вот, собственно, если мы посмотрим на развитие искусства за 500 лет, по которому мы сейчас пробежимся за 5 минут, типа 1 минута на столетие, я постараюсь показать эту внутреннюю логику и начнем вот с той работы, которая выведена на экран, шедевр позднего Средневековья или начала Северного Возрождения. Вы знаете знаменитый Генский алтарь начала 15 века. В чем была внутренняя закономерность искусства позднего Средневековья и Высокого Ренессанса? Одна из важнейших задач была дематериализовать полностью поверхность, на которую наносится изображение. Вот вы смотрите, на самом деле, конечно, алтарь в Генте, он побольше по размерам, но если мы начнем его увеличивать, приближаться, вот смотрите, что будет происходить. Мы можем подходить к нему как угодно близко. Спасибо дигитальным технологиям, сейчас подобные работы отсканированы уже в миллиарды пикселей. Мы можем их рассмотреть так, как их никогда нельзя было рассмотреть до сегодняшнего дня, как их не видел даже сам автор. Мы можем приближаться и приближаться, и никогда наш глаз не стукнется о поверхность этой доски. Ведь мы будем... Я уже даю увеличение в десятки раз по сравнению с тем, как это выглядит, натуральную величину. Теперь я даю увеличение в сотню раз, в тысячу и в несколько тысяч. И что бы мы ни делали, вы будете видеть драгоценные камни, вы будете видеть лица, вы будете видеть траву, и вы нигде не увидите доску и нанесенную на нее краску. В этом, собственно, и состоит чудо изобразительного искусства, что оно вот таким образом что-то изображает. И так существовало искусство достаточно долгое время. Вот это, вы видите, что это фрагмент Моны Лизы, вы видите кожу, вы видите руки. Точно то же самое происходит на рубеже 15 и 16 века. Несмотря на эти поздние кракелюры, мы не ударяемся головой об изображение. Мы всегда понимаем, что работа – это окно в другое пространство. Но в начале XVI века в искусстве начинается драматический этап, когда художников подобный подход не устраивает. И вот мы переносимся с вами в XVI век. Виктор Григорьевич, кстати, автор текстов по позднему Тициану. Что интересно и что революционного в позднем Тициане, показываю фрагмент самой последней его работы, Пьеты, находящейся в Венецианской академии. Тициан идет по прямо противоположному пути. Во-первых, он берет фактурный холст с очень заведомо грубым переплетением нитей. Он отказывается от тех тоненьких кистей, которыми работали Ван Эйк и
Леонардо, он работает очень грубой, щетиной, фланцевой, широкой кистью, и вы у него уже видите поверхность холста, вы видите мазки. То есть изображение, изображенное, начинает как бы раздваиваться. Перед вами уже не просто изображение, а некоторый материальный предмет. Надо сказать, что современников Тициана его поздние работы повергли в состояние шока. Большего, я думаю, чем «Черный квадрат» Малевича поверг людей в районе 14-15 года. Они считали, что Тициан разучился рисовать, что он уже, что у него дрожит рука, что он просто кисточкой в холст не попадает. Это документально, такие отзывы документально засвидетельствованы. То есть мы видим, как изображение приобретает принципиально другой характер. И в течение столетий этот процесс идет в значительной степени по нарастающей. Перед вами фрагмент всем вам известного «Возвращения блудного сына», последняя работа Рембрандта. Здесь происходит следующий виток в этом направлении. Краска приобретает фактуру, она начинает вываливаться как бы в наше пространство. Работа приобретает трехмерность не изобразительную, а как физический предмет. Но вы помните, как на это среагировали современники Рембрандта, известна его, может быть, это апокрифическая история, когда он говорил: не подходите близко к моим картинам, чтобы эти мазки не слишком людей шокировали. Он говорил, что я пользуюсь ядовитой краской, вредно дышать. То есть здесь мы видим, как поверхность некоторым образом начинает вступать в огромнейший диссонанс с изображением. То же самое, но уже в более радикальной форме, происходит во второй половине XIX века во Франции. Фрагмент знаменитой работы Ван Гога. И у Пикассо мы подходим уже практически к полному распаду изображения. То есть вы здесь, это фрагмент его знаменитых «Авиньонских девиц» 1907 года, фактически вы уже видите просто замазанный краской холст. Но какие-то руины изображения здесь еще остались. То есть с трудом, но можно разглядеть ногу, пальцы этой девушки, которая вышла в Авиньоне привлекать своих клиентов. И мы видим, как изображение и изображенное отделяются с каждым столетием друг от друга. И единственный, кто продумал этот процесс до конца, абсолютно смело и сделал последний радикальный вывод, это, конечно, был Малевич, у которого экран искусства просто погас. То есть это не было какой-то случайностью, это был итог изымания реальных форм из искусства, который захватил европейскую живопись, как я уже сказал, на столетия. А что произошло с предметом, который исчез? Предмет вывалился к нам в наше реальное пространство в виде ready-made. Ну, то есть понятно, да, что каждая картина, начиная с пещеры Ляско и Альтамира, она что-то изображает. Есть предмет, есть поверхность. Так вот, когда поверхность гаснет, все это происходит в один год. В 2014 году Дюшан покупает и объявляет произведением искусства сушилку, которую он показывает. В 2015 возникает «Черный квадрат». То есть изображение и изображенное распрощались окончательно. Вот так, собственно, выглядит этот процесс. И вот еще раз подчеркну мою главную мысль. Малевич сделал логический и неизбежный вывод из развития искусства. Почему это произошло? Почему в течение столетий шел этот процесс? Почему он приобрел такой радикальный характер именно в начале 20 века? Именно в районе 1914-15 года это будет предметом нашей дальнейшей дискуссии. Я думаю, мы коснемся этих тем. На этом мое короткое выступление заканчивается. Спасибо. Это был художник Дмитрий Гутов. Дмитрий, один вопрос. А вы когда смотрите на «Черный квадрат», вы а. что видите и б. что чувствуете? Ну, вы знаете, чувства мы оставим. Вот очень коротко. Я вижу что, когда я смотрю на «Черный квадрат»? Я ударяюсь головой об эту поверхность. Я вижу, как сказал наш любимый с Виктором Григорьевичем философ. Михаил Лившиц.
Да, естественно, вы правы. Он сказал, что я вижу монашеский черный изуверский зрительный символ. Я считаю... Вы видите часть монашки, когда смотрите на черный квадрат? Не монашки, а монашеский черный, вот этого черного монашеского одеяния. Так что вот я думаю, это лучшее определение, во всяком случае, которое мне известно, монашеский черный изуверский зрительный символ. Спасибо большое. Тогда сейчас передадим слово Виктору Арсланову. У нас, по-моему, небольшая техническая заминка, или мы ее решили по картинам? Получилось у нас решить? К сожалению, не получилось пока решить. Ну, начнем тогда дискуссию от Виктора Арсланова. Дмитрий Геннадьевич изложил сейчас, пользуясь материалом живописи, истории живописи, очень кратко концепцию Гегеля о том, что искусство постепенно гаснет и в конце концов умирает. Но изложил скорее в духе эту концепцию не Маркса, а он обычно, Дмитрий Геннадьевич, я думаю, сегодня он развернет эту концепцию свою, что вот эта идея угасания искусства есть концепция Марксом. Так вот, изложил, на мой взгляд, Дмитрий Геннадьевич не концепцию Маркса и не концепцию Гегеля, а концепцию Зедльмайера, который идет от Бердяева и от Сергея Булгакова. Согласно им, искусство неизбежно умирает. У Зельмайера есть даже такой образ. Вот как гаснет день постепенно. Сначала заря вечерняя прекрасна. Это примерно угасание искусства на уровне Гойи. Затем становится все мрачнее и мрачнее. И, наконец, наступает полная ночь. «Полная ночь» – это Малевич, это современный абстракционизм, вообще искусство 20 века. Можно это... немного уточнить, как не искусствоведа? Угасание искусства – это получается что? Потеря формы как таковой. Раньше она была, было какое-то реальное изображение. Да. Это вот так, как объясняет Дмитрий Геннадьевич, если я его правильно понял, потеря изобразительности искусством. Потеря изобразительности. Но... Дмитрий Геннадьевич изложил концепцию Гегеля, на мой взгляд, однобоко. Это концепция Зельмайера, но не концепция Гегеля, и уж тем более это не концепция Маркса. Почему? Согласно Гегелю, угасание изобразительности, изобразительного искусства сопровождается ростом духовности. Причем искусство, ростом духовности искусства и человечества в целом. Простой пример. Угасание живописи приводит к тому, что расцветает музыка, она достигает вершин в 17-18 веке. Затем угасание музыки приводит к тому, что литература достигает пика своего в романах Бальзака или в нашем Пушкине, в Гёте. Но это концепция Гегеля. А у Маркса же совершенно другая концепция. Согласно Марксу, да, совершается то, что Маркс назвал самозатягивающейся резиной мирового духа. Но эта самозатягивающаяся резина имеет некие щели, которые можно расширить, и в эти щели может пройти высокое искусство даже в самое неблагоприятное для искусства время. У Маркса есть тезис о том, что свободное духовное творчество возможно даже в неблагоприятные, в условиях очень печальных для искусства. И вот эта точка зрения позволяет тем художникам, которые просто хотят рисовать, которые любят это дело, которые не просто любят рисовать. Вазари писал о славных деяниях художников. Также и Плиний Старший, родоначальник искусствоведения, истории искусства, римский военачальник первого века, он считал, что художник – это человек, совершающий героические подвиги. На самом деле, чтобы быть художником,
нельзя быть обывателем, особенно в наше время. За искусство нужно драться. И драться, ну, конечно, не кулаками, а драться против этой самозатягивающейся резины мирового духа. Это тяжело, это приводит не к эффектным позам, а к тому, что такого человека могут затоптать и забыть. Но его борьба не обречена. Она обречена согласно концепции, изложенной Дмитрием Геннадьевичем. Такому художнику остается только черный квадрат на лоб прилепить, свой или чужой, и больше ничего не делать. А есть люди, которые считают, что можно создавать великолепную живопись, причем несущую величайшее идеальное содержание. Ибо концепция, изложенная вот здесь, изображенная Дмитрием Геннадьевичем, она достаточно красива, но она не схватывает главного в искусстве. Вот эта материя, она является искусством тогда, когда она несет высокое идеальное содержание. Итак, высокое идеальное содержание возможно и в 20 веке, и возможно его передавать и в формах самой жизни. Тогда вопрос, что такое высокое идеальное содержание? Ну вот какие-то примеры. Это вопрос всех вопросов, и на него лучше всего ответил тот человек, который создал классическую концепцию мимесиса. Платон, который жил 2500 лет тому назад, у него как в зерне уже все есть, и он ответил на этот вопрос так. В искусстве критерий – красота. Собственно, красота у Платона – единое понятие вместе с истиной и добром. Вот есть нечто единое, то, что он назвал благо, или красота. Что такое красота? Определить, говорит Платон, невероятно сложно. У него есть определение, но дело даже не в этом. Главное в другом. Для того, чтобы видеть красоту, надо быть человеком. Если ты человек, неважно, кто эскимос, житель Африки или современный человек, но если ты сохранил себя человеческое, в себе человеческое, что очень трудно, ты способен сказать, вот это красиво, эта девушка красива, а вот это безобразно. Правда, сейчас наши глаза настолько переучили видеть, как, впрочем, и человека тоже перестали, сделали таким, что он перестал понимать, что такое человеческое. Я хочу подключить аудиторию и сделать такой очень маленький небольшой срез. Я не знаю, какое количество здесь людей со специальным образованием, а кто пришел просто в Еврейский музей и Центр толерантности. Кто считает, что черный квадрат – это красиво? Вот поднимите руку. И кто считает, что это уродливо или это некрасиво? У меня огромный вопрос к тем, кто не поднял руку, что это и некрасиво, и красиво. То есть это было 80% с моей точки зрения. Что думают эти 80%, которые не сказали ничего сейчас? Я даже тогда, наверное, действительно выйду. Простите, пожалуйста, ради бога. Это интересно. Это не некрасиво, не некрасиво, это интересно. Ну, то есть получается, что вы присоединяетесь просто к Виктору Арсланову, который сказал, что это искусство, которое разрушает искусство, и это интересно. Оценить это с точки зрения красота, не красота, невозможно. Знаете, это как у Канта шестое доказательство Бога, существование Бога. Фома Аквинский придумал 5, вот. Кант доказал, что его нет. А потом, как вы помните, по Булгакову, вот Воланд сказал, что... Но потом он придумал 6-е доказательство Бога. Это, ну, как такое новое направление. Я думаю, что это как-то связано с супрематизмом, который он развивал. А вы пришли на дискуссию, потому что вам интересно, насколько я понимаю. Вот это вот и ответ, что черный квадрат – это интересно, это и некрасиво, и некрасиво. Меня, если честно, просто, правда, потряс очень маленький процент, который, ну, вот ничего не сказал. Вот просто какая-то тишина. То ли мы что-то не объяснили про черный квадрат, что не очень понятно, то ли настолько высок уровень подготовки аудитории, что она что-то понимает. Не знаю, может быть, я не понимаю. А вопрос можно задать вот Виктору Арсланову? Такой по ходу. Вот вы говорите про красивых девушек и некрасивых. А скажите, пожалуйста, что делать безобразным девушкам?
некрасивым девушкам, что им делать? А давайте как-то это свяжем с «Черным квадратом». Это, вот так вот, очень четко. Это напрямую связано с «Черным квадратом». Ведь дело в том, что ваша сегрегация, когда вы делите на красивое и некрасивое, имеет своим результатом жизнь людей. А жизнь людей, когда делится на красивое и некрасивое, да, это, так сказать, приводит к гетизации и стигматизации. На самом деле, конечно, понятие красоты относительное. И есть десятки тысяч девушек, которые вам кажутся уродливыми, а другим людям кажутся просто прекрасными и чрезвычайно сексуальными. То есть «Черный квадрат» — это сексуально? Ну, почему? «Черный квадрат» в каком смысле, да, очень даже сексуально. Вы ответили за меня. Задали вопрос и ответили за меня. Я не успел вам ответить. На мой взгляд, красивой является девушка, если она просто для начала человек и несет в себе главные человеческие качества. Но безобразно даже самая красивая девушка, в которой отсутствует идеальное содержание, то, что вкладывал Платон в понятие не просто красоты, а в понятие прекрасное. Потому что есть красота квадрата, да, ну что ж, квадрат по-своему имеет элементарнейшее декоративное качество, настолько элементарное, что неудобно даже об этом качестве и говорить. Но он, да, он квадратный, он правильный. Прекрасное нечто другое. С понятием прекрасного так просто не разберешься. И вместе с тем разобраться можно просто. Потому что человек чувствует прекрасное. Сегрегации тут никакой нет, потому что если человек выступает в роли, что вы, допустим, будете определять, кто прекрасен, а кто безобразен, то он, да, производит сегрегацию. А если речь идет о том, что человеку по его природе, по его натуре что-то нравится или не нравится, это его свободный выбор, он никому его и не навязывает. Виктор Арсланов. Да, Дим. Ну, я позволю себе небольшое возражение. Во-первых, я не излагал вообще никакую концепцию ни Гегеля, ни Зедельмайера. Я излагал факты. Если у вас есть другое представление о развитии искусства за 500 лет и мои факты, а я приводил только факты, может быть, я перепутал даты, имена, мне казалось, что нет. И убывание изобразительности в изобразительном искусстве – это непреложный факт развития европейского искусства за 500 лет. Через Мане, импрессионистов, Пикассо, кубизм и к «Черному квадрату». Это раз. Концепцию я попробую изложить безотносительно Гегелю и Зедельмайеру. Самый интересный вопрос – а почему это? Почему Тициану, уже у Тициана в эмбриональной форме, в его живописи, заложен «Черный квадрат», который будет развиваться с неизбежностью? Почему Тициану потребовалось взять грубый холст и мазать на нем грубой фланцевой кистью? Почему Рембрандту пришлось аффектировать фактуру поверхности холста? Вот где лежит самый основной вопрос. А уж если говорить о концепции, которых я придерживаюсь по поводу есть смерть искусства или нету смерти искусства, то я думаю, вам очень хорошо, Виктор Григорьевич, знакома следующая фраза, которая звучит так. Искусство умерло. Да здравствует искусство. Надо как следует понять первую половину этой фразы, чтобы вторая не превратилась в пустую болтовню. Давайте попробуем разобраться, что такое искусство умерло, кроме того, что оно потеряло свою реалистичную форму. Дмитрий Геннадьевич цитирует здесь Лившица, его статью 26-го года или 27-го. Все верно. Искусство умерло, да здравствует искусство. Но эта формула по аналогии «король умер, да здравствует король». Но представьте, что перед вами король Клавдий, и вы кричите: «Король умер, да здравствует король Клавдий!» Вы кто будете, Гамлет?
или Полоний в этом случае. Вы будете Полонием, так? Вы помните ведь прекрасно эту пьесу Шекспира, да? Весь вопрос, король ли перед нами или пародия на короля? Если искусство умерло, то да здравствует искусство, опять-таки искусство, а не пародия на него. Если перед нами псевдоискусство, если имитация искусства, хуже того, убийство искусства, то мы будем подобны Полонию, который кричит «Да здравствует король!». Ну, еще одна небольшая справка. Я цитировал письмо 1938 года, которое вам очень хорошо известно, Фридлендеру, и где акцент делается не на фразе «Искусство умерло, да здравствует искусство», а на второй части. Надо как следует понять первую половину фразы, чтобы вторая не превратилась в пустую болтовню. Вот на чем делается акцент. Это комментарии к той самой статье. Дим, а я не могу понять, для вас искусство умерло или оно все еще продолжается? Искусство, ну то есть мы, естественно, что такое черный квадрат? Это смерть окончательно. Квадрат – это значит экран искусства, на котором возникало изображение. В течение десятков тысяч лет погас. Это, собственно, есть иллюстрация лучшее или лучшее проявление этого тезиса. Искусство умерло. И вот эту фразу надо и понять, чтобы все остальное в пустую болтовню не превратилось, о красоте и так далее, и так далее. И я вот дальше, я надеюсь, мы попробуем выяснить, что же стоит за этой фразой «Искусство умерло», как это связано со всеми тенденциями, которые были в начале 20 века. Собственно, что сделал Малевич? Почему я говорю, что это было беспрецедентное интеллектуальное усилие? Он соединил все достаточно, в общем, разрозненные лучи интеллектуальные, которые наполняли начало 20 века, как такая двояко выпуклая линза, он просто свел их в одну точку. Просто вот несколько аспектов этого я назову, на которые в литературе по Малевичу не обращается никакого внимания, насколько мне известно. Например, в 1912 году впервые на русском языке вышли проповеди майстера Экхарта, великого немецкого мистика начала XIV века, где Экхарт ставит важнейший вопрос. Как возможно соединение с Абсолютом? Как возможно соединение с Богом? Как вообще можно стать Богом? И один из его центральных пунктов, который он проводит просто через все свои проповеди, он связан с понятием «беспредметное». То есть нам интересно проследить, откуда Малевич вообще взял это понятие. Что значит беспредметную Экхарт? Он говорит, там, где есть Бог, там нету предмета. Если вы хотите приблизиться к Богу, очистите себя от всякой предметности, от всякой тварности. И если внимательно почитать Экхарта, а потом почитать тексты Малевича, написанные вот буквально сразу после перевода, после выхода этой книги на русском языке, мы увидим там просто дословные совпадения. То есть Малевич просто на место слова «Бог» ставит слово «живопись». Ну, вы, конечно, все знаете, но я еще раз напомню, в чем суть его подхода. Он говорит, что такое живопись? Там всегда что-то было изображено. Венеры, короли, одолиски, предметный мусор и так далее, и так далее. А где живопись? Живопись не видна. Мы видим сосну у Шишкина, а живопись мы не видим. Вот этот предметный мусор, он нам мешает приблизиться к самому току живописи. К живописи, понятой как абсолют. И, собственно, он берет концепцию Экхарта и доводит ее до логического конца. Это только один из аспектов, который был включен в его теоретические размышления. Кстати, теоретические размышления Малевича – это ни много ни мало 10 томов, публикация которых была осуществлена в постсоветской России. Вот это только один аспект, я надеюсь, мы еще и следующее затронем. Друзья, есть в 20-м и в 21 веке замечательное явление, которое Михаил Александрович Лившиц, которого цитировал здесь Дмитрий Гутов, назвал словесный гипноз. Вот произносятся очень умные слова, создается флёр чрезвычайной научности, и в голову человека закладываются
идеи, которые вообще идеями не являются. Выбирается президент, как вы знаете, тот, который нужен. Выбирается квадрат, ничего не изображающий, в качестве, оказывается, шедевра изобразительности. Оказывается, вот та замечательная лестница угасания изображения, которую сначала показал Гутов, она привела к просто взрыву изобразительности в образе абсолютного черного пятна, этой точки, которая, по общему мнению, имела целью поставить конец, зафиксировать тот факт, что больше изображения нет. Так вот, чтобы не поддаваться словесному гипнозу, каждому человеку нужно самостоятельно изучать, это очень сложно, но другого пути нет. Что самостоятельно изучать? Дмитрий Геннадьевич назвал здесь Лившица и произнес его фразу, которая прозвучала так, как будто бы Лившиц за смерть искусства. Надо читать Лившица просто с первой страницы, если вы откроете, и до последней, вы увидите, что Михаил Александрович Лившиц является самым радикальным критиком авангарда, который только жил в 20 веке, самым беспощадным критиком авангарда, настолько беспощадным, что ему вообще не подавали руки, потому что считали, что его критика, как говорится, темным силам способствует, что совершенно, конечно, неверно. Итак, Лившиц без всякого сомнения радикальный противник смерти искусства, и для него Малевич, как и абстракционизм, это безусловно смерть искусства. Дмитрий Геннадьевич посредством словесного гипноза в течение многих лет превращает Лившица в консервную банку. Я поясню. Михаил Александрович Лившиц написал в свое время блестящую статью, которая называется «Феноменология консервной банки», где Лившиц рассматривал явление поп-арта, вы знаете, орха консервной банкой. Он объяснял, что это не шуточки, что это очень серьезно, это страшная болезнь духа. Это действительно болезнь, Виктор которая... Виктор Григорьевич, но я позволю себе просто перебить и скажу. Вот вы сказали такую любопытную фразу, что мы выбираем вот как-то президента, как-то выбираем. Вроде бы не очень участвуем в этом, но выбираем. Это жизнь, увы, она такая. Может быть, это плохо, может быть, это нехорошо, но она, вот представьте себе, такая. И получается, что черный квадрат, он как-то появился. Может быть, это плохо, может быть, но он появился, и это жизнь. Да, конечно. И вопрос в том, что это почему-то появляется. Как вам кажется, например, вопрос, почему черный квадрат появился в России? Есть ли вообще... Вы знаете, я принес картинки для того, чтобы их показать. К сожалению, скажу аудитории, у нас возникли технические проблемы, просто нет возможности показать. Никакие картинки невозможно показать? Я обращу этот вопрос к организаторам. Есть ли какие-то картинки, появилось ли что-то? Отлично, мы можем попробовать, картинки появились тогда, да. Тогда прежде чем, последняя реплика, прежде чем, так как было на меня сделано все-таки уже персональное нападение. Я хотела, знаете, что сказать, что жизнь вот она такая, а вы как будто бы вот против жизни. Но нет такой жизни, есть красивая, а жизнь такая, представьте себе. Друзья, все имеют возможность открыть книги Михаила Александровича Лившица и почитать то, что там написано. А что вы посоветуете, с чего начать? Естественно, «Крис безобразия», его самую программную книгу, где действительно идет беспрецедентная по жестокости ярости, глубине и радикализму критика авангарда, и я там подписываюсь просто под каждым словом. В голову мне не могло прийти, что смерть искусства – это прекрасно. Я, по-моему, такого не говорил. Да? Мы просто анализируем феномен. Мы пытаемся понять его во всей его глубине. Вот просто элементарный вопрос. Виктор Григорьевич, вы знаете, да, что это произведение «Черный квадрат», оно столетия возбуждает умы. Да, конечно. Причина. Так, сначала я отвечу на ваш вопрос по поводу выбора президента. А это хорошо, что вместо демократии охлократия, то есть власть толпы. Когда вместо нас выбирают, то
это приводит к тому, что возникает та государственная форма, которая по Аристотелю хуже даже тирании. Власть толпы хуже тирании, потому что это формально власть всех, но в интересах немногих. И если мы считаем, что ну что же, такова жизнь. Вы знаете, если бы люди мыслили и действовали по этой логике, человеческая популяция просто бы исчезла с Земли. А если отвлечься от политики и вернуться к предмету, например, девушки? Вот оттуда наш слушатель говорил, вот есть девушка, вот да, допустим, она не очень красива по каким-то понятиям. И что же это плохо? Это жизнь. Это, конечно, не так жизненно, как политика. Девушка, обиженная судьбой, может стать им, так же, как и мужчина, может стать прекрасной. К сожалению, не все ошибки мира мы можем исправить, потому что мы не боги, но уродливый человек может стать, может быть прекрасным. И горбун у Репина в известной картине, он самый красивый из всех, кто там изображен. Но опять же, возвращаясь к «Черному квадрату», получается, вот его продиктовала жизнь. Жизнь искусства в России его продиктовала. Так, позвольте мне показать картинки. Давайте они начнем. Как раз об этом. Итак, первая картинка, пожалуйста. Первая картинка. По отношению к жизни файл не поддерживается. Это совсем не первая картинка, это последняя. Одна из последних. Это и все, что вы можете показать? Первую, пожалуйста, первую. Первая – это Коровин, Сергей Коровин на миру. Вот, пожалуйста, да. Да. Это жизнь. Не знаю, прекрасна она или не прекрасна. А у нас должны быть три картинки. Это Сергей Коровин и что еще? Вы можете Коровина показать? Ну, может быть, давайте начнем с объяснения, и тогда... А что, его нельзя зафиксировать, эту? Да, пожалуйста. Да, да. Это Сергей Коровин, брат Константинова Коровина, известного, замечательного русского художника. Картинка, на которой все понятно. На миру. Конец 19 века, община распадается. Мы видим, видите, плачущего крестьянина, крестьянина вполне довольного. Возникает вопрос, кто из них заинтересован в существовании объективной истины, а кто нет? Другой вопрос, кого из этих крестьян поддержит Малевич? Или не обязательно Малевич, но вот Лев Толстой и Достоевский, безусловно, поддержали вот этого плачущего, обиженного, явно обманутого крестьянина, за что сейчас и Толстого, и Достоевского обвиняют в том, что они-то ответственны за все ужасы Октябрьской революции. Почему? Потому что... При нормальном течении дел, как в жизни, при нормальном капитализме, вот этот вот крестьянин, он обречен, обманутый. Такие крестьяне разорялись, их вытесняли в города, они становились пролетариями или просто умирали с голоду. Толстой и Достоевский, в особенности Толстой, встал на сторону вот этого обманутого крестьянина и... Почему заслужили они обвинение в тоталитаризме? Потому что у нас пошло не так, как обычно шло. То есть не вот этот оказался победителем, который съел вот этого крестьянина, а наоборот, этот крестьянин оказался победителем и раскулачил богатых в своем селе. Соответственно, Достоевский и Толстой, которые поддержали, безусловно, поддержали первого. Об этом есть большая литература у самого Толстого. Они виновны за все ужасы октября. Но обвинение слишком поспешное, потому что, пожалуйста, покажите вторую и третью картинку. Ну, это
вы понимаете, просто вблизи. Это Крамской уже, это крестьянин, созерцатель. И, пожалуйста, четвертую надпись, если она есть. Нет, нет, нет. Тогда верните, пожалуйста. Созерцатель, о котором Достоевский писал так. Есть у Крамского одна картина под названием «Созерцатель». Стоит крестьянин, смотрит, задумался. О чем он задумался, неизвестно. Может быть, что-то святое у него в голове возникает. Может быть, он в скит пойдет. А может быть, деревню сожжет и все уничтожит. Это характеристика Достоевским к Смердякову, к явлению смердяковщины. Вот Смердяков, которого вы все по братьям Карамазовым представляете, он тоже из созерцателей, но что у него там в голове, совершенно непонятно. Так что русская литература и русское искусство не идеализировало крестьян, оно видело это искусство, что там заключено. Там может заключено быть страшное ничто, уничтожение. Вот следующая картинка должна быть Репин. Мужичок? Ну вот нет, нет. Есть портрет у Репина. Нет, это Пластов. И это Пластов. Да, это все Пластов. Репин. Ну что ж, если не удастся воспроизвести, пожалуйста, верните тогда к созерцателю. К созерцателю. Очень вам советую, это очень известный портрет Репина. Мужичок из робких. Изображен очень робкий мужичок, бедный, согнувшийся в покорной позе, но Мусоргский назвал этого мужичка, мужичок-разбойничек, глаза-то страшные, абсолютно бедный, согнувшийся человек, но если представить, что у него в руке топор, то он убьет вас, не задумываясь. Взгляд страшный, взгляд абсолютного ничто. И тут возникает вот эта вот тема, появление абсолютного ничто, как страшно модной темы в европейской философии, начиная с Шопенгауэра, в особенности у Ницше, у Хайдеггера, культ ничто. Что это за культ ничто? Страсть к уничтожению. Уничтожению, как Хайдеггер выражается, ничтожащее ничто. Какая-то странная тяга вот к этому уничтожению и ничто, как главной теме философской литературы. Откуда эта тяга? Откуда эта страшная, какая-то нездоровая страсть к ничто? Есть два ничто. Есть смерть, как хитрость жизни. Это слова Гёте. Мы все живем, потому что есть смерть. Если камень не имеет смерти, так он является камнем. Живые существа, появившиеся на планете, завоевали всю планету потому, что у них была смерть. Но это их собственная смерть, которая есть хитрость жизни для расширения этой жизни. И есть совершенно другая смерть. Смерть, скажем, от террористов ИГИЛа, смерть от по трамваям, несчастный случай, та смерть, которая действительное ничто. Это две совершенно разных смерти и есть два совершенно разных ничто. Почему я это так объясняю? Потому что главным содержанием европейской философии в 20 веке стало тяготение к этому абсолютному ничто, как к уничтожению, культ уничтожения, радость уничтожения.
Это доказал Лукач в своей... Лукач, выдающийся философ, друг Михаила Александровича Лившица. Книга его называется «Разрушение разума», о том, как в европейской философии приобретает огромное значение вот то ничто, которое несет только смерть, ужас, смерть от террористов. Почему это? Откуда это взялось? Лукач показывает и Лившиц показывает. Кстати, Лившиц считает, это первые, можно сказать, фразы его определения модернизма, что радость уничтожения есть суть авангарда. Радость уничтожения. Культ – ничто. Не та смерть, которая является хитростью жизни, а совершенно другая смерть. Откуда это все взялось? Очень серьезная проблема. И на этой теоретической проблеме я позволю себе немного остановиться. Мир в 20 веке стал двигаться вперед в экономике, западный, развитый мир, возвращаясь назад. Вот монополизм есть не что иное, империализм, как ограничение свободного рынка и возрождение на новейшей почве старых форм, азиатских даже форм. Современный капитализм возрождает азиатские формы. И возрождает он эти формы и в искусстве. В Азии искусство, древнее азиатское искусство имеет тяготение к символу. Об этом прекрасно писал и замечательно Гегель говорил в своей «Эстетике». Первый этап мирового искусства, восточного искусства, символическое, абстрактное, но это совершенно другой символ и другая абстракция, чем в 20 веке. Почему? Потому что этот символ египетского искусства вырастал на почве общины, на почве своеобразной демократии. Лившиц считал, что азиатская деспотия имела какие-то в своей основе сильные демократические формы. Я попробую связать это с искусством тогда, простите. Получается, что если черный квадрат – это разрушение, и разрушение доминирует в искусстве, оно продвигается всячески, искусство пошло по пути черного квадрата, то что тогда произошло с искусством созидания? Почему оно не поддерживается и почему оно, так, ну, простите, скажу банально, не может пробивать себе дорогу? Так. Значит, я завершу только свою фразу. Есть вот эта вот тенденция, доминирующая, общее движение вперед капитализма, которое сопровождается оживлением страшных явлений азиатской деспотии и несет с собой смерть духа. В искусстве это декаданс, ранняя стадия возвращения к Азии. Декаданс первоначально еще может давать замечательные произведения искусства, как болезнь может возбуждать иногда жизнь. Бывают такие парадоксы. Но в целом это движение в ничто. Перехожу к ответу на ваш вопрос. Как же возможно при этом движении вниз, при том, что в абстракции авангарда оживает не жизнь общины, пожалуй, не жизнь общины Древней Азии, а оживает обыватель с его жаждой уничтожения, с его жаждой стереть в порошок любого, кто стоит на его пути. Почему, несмотря на эту тенденцию, действительно страшную, возможно, искусство настоящее, изобразительное? Тут я должен сказать, что был план, который считается мифом, соединение общины, соединение русского крестьянина, который нес, да, в его глазах было это страшное ничто, которое и воплотилось в черном квадрате. Так вот, был план соединить этого крестьянина, но
этот крестьянин представлял собой архаическую демократию, а не обывателя, соединить его с мировой культурой и соединить на основе не охлократии, а демократии. Да, прозвучат слова, которые вызывают всеобщую усмешку. Пролетарской демократии. Сейчас этот план вызывает только улыбки и насмешки. Но вот теперь мы обращаемся к произведению, написанному, пожалуйста, следующее. У вас пропал Репин, но появился, пожалуйста, следующее. Это Нестеров. Это 40-й год. Это пик тоталитаризма. Давайте посмотрим на этот портрет. В нем ведь есть сюжет. И сюжет очень легко читается. Кого лепит Репина? Она лепит статуэтку... Мухина кого лепит? Она лепит статуэтку Борея. Борей – ветер, северный ветер. Русскую империю называли гиперборейской, потому что она находится в районе северного ветра Борея, и возрождение империи Петра было в 40-м году темой, которая в головах интеллигенции, особенно старой интеллигенции, возникала. И не только тема возрождения империи возникала в головах интеллигенции. Вы знаете, что была опубликована повесть Михаила Булгакова «Роковые яйца» о том, как анаконды пожрали не только интеллигенцию, они пожрали все живое. Эта повесть, повторяю, была опубликована в советской прессе, она была у всех на слуху, широко обсуждалась, и, конечно, тема анаконд, которые пожрут интеллигенцию в первую очередь, она была актуальна для старого русского художника Нестерова, у которого ближайший друг Флоренский сидел в тюрьме, а может быть в это время был уже и уничтожен. Поэтому тема анаконд, она, наверное, вполне могла возникнуть в этом портрете. И вот посмотрите, Борей, который был для Мухиной символом советского народа, челюскинцев. Этот Борей, кажется, вот, диагональная композиция всей картины указывает на движение куда? Движение идет по направлению к Мухиной. И кажется, что этот Борей чуть ли не готов вцепиться в волосы своего создателя. Это была бы тема абсолютно в духе булгаковских анаконд, но почему эта тема не всплывает ни у одного исследователя этого портрета? Я не читал исследования, когда бы искусствовед обнаружил в этом портрете тему, ныне страшно популярную, то есть тему революции, которая создала диких животных, растерзавших русскую интеллигенцию. Никто... То есть для вас главный посыл этой картины в... Нет. Я говорю, что эта тема, она сейчас читается. Вот сейчас так... читается. Но я ставлю вопрос. Почему никто из исследователей эту тему не увидел? Я не знаю, Дмитрий Гутов может ли ответить на этот вопрос? Нет, я попробую все-таки Хорошо. Закончить. Эта тема и не может возникнуть, потому что тема-то картины совершенно другая. Здесь нет этой темы, она снята. Она снята тем, смотрите, как держит левой рукой кусок глины Мухина. Она держит очень нежно. Это жест, вообще-то, чем-то напоминающий даже жест Богородицы у Рафаэля, которая держит Христа
и отдает его как бы на муки. Во всяком случае, в руке Нестеровой, простите, в руке Мухиной мы читаем то, что художник увидел. Это не было задано. Он не знал этой черты. Он увидел в Мухиной то, чего он не знал. Это было ему страшно интересно. А что это глина-то означает? Я напомню, что вся русская интеллигенция знала слова либерала Кавелина. А русский народ – это калужское тесто. Так вот, она держит это самое калужское тесто, которое превращается в борея, и вроде бы этот борей, может, ее растерзает, но это внешний сюжет, который не виден. Сейчас я его вам раскрываю. А в действительности это тема другая. Полотно это изумительно гармонично. У Нестерова великолепный цвет. Это не краска, наложенная на полотно Малевичем. Просто краска. Это колорит. Колорит не краска. Это колорит возникает от живого тела, которое изучает художник, и не просто от живого, а от одухотворенного, как еще Дидро объяснил, а Гёте затем эту тему продолжил. Итак, тут колорит, и тут симфония гармоническая. Трагедия снята. Она, мысль об анакондах наверняка возникала у Нестерова, но он снял эту мысль чем? Тем, что вообще-то является главным в этом полотне. Это единство прометеевского духа созидания и духа мимезиса, духа подражания, бережного воспроизведения, единство двух мотивов. Чрезвычайно сложная тема для 20 века, она здесь зрительно стала доступной нашему глазу, она живая. Поэтому портрет этот шедевр живописи, причем живописи классической, не уступающей шедеврам прошлого. Пожалуйста, следующие покажите. Дмитрий спрашивает, существует ли у нас какой-то регламент. Регламент действительно существует. А вы... Мне нужно показать два небольших портрета. Это будет на полминуты. Я просто хотела задать вам вопрос. Вы выбрали эту картину как некое противопоставление все-таки Малевичу, как идея созидания, которая была уже в период пост-Малевича. Об этом идет речь или о чем? Нестеров относился к Татлину, Малевичу с величайшей, я не употреблю это слово, ненавистью, хотя ненависть у него, очевидно, была, поскольку они его гнобили, что называется, в 18-20-е годы. У него есть страшная у Нестерова фраза, написанная примерно в это же время, когда создавался этот портрет, что вот приедет барин, и он разберется с этими всеми Татлинами и Малевичами. Ну, барин-то уже приехал в то время, поэтому страшная, конечно, фраза. Но можно понять, наверное, озлобление этого человека, который создавал живопись, она ему была дорога. И пляску вандалов на живописи, когда от нее остаются только грязные лохмотья современного искусства, Нестеров, не знаю, он предпочел бы смерть, чтобы видеть эту картину. Пожалуйста, покажите. Мне обязательно нужно два портрета, чтобы закончить. Мне просто меня приглашали на дискуссию, нет? Да, конечно. Ну, я пытаюсь... Мне нужно два портрета. 10 минут на выступление, мне сказали. Я уложился в 10 минут. Давайте скажем так, Дмитрий, а как вы поняли... Я предлагаю вернуться ко временам пролетарской демократии. Отлично. И просто как-то песочные часы, может быть, песочные часы.
Я совсем не против, Дмитрий, чтобы вы говорили. Разве нет, речь об этом? Давайте 50-50 как-то это делать. Конечно. Спасибо за великолепный анализ. Я считаю, что анализ, который мы видели работы Нестерова, абсолютно гениальный. Я его много раз читал. Это глава, отличная глава из книги Виктора Григорьевича, из последней его книги «Сущее ничто». Я присоединяюсь к каждому слову. Гениальная работа, а лучший анализ Нестерова, который когда-либо был написан. У меня на этот счет нет никаких сомнений. Мне просто казалось, что у нас сегодня немножко другой сюжет, что мы сегодня могли бы сделать это про Нестерова, но у нас сегодня тема «Черный квадрат». Правильно? Я ничего не перепутал. Совершенно верно. Поэтому я хотел бы все-таки понять, вернуться к нашему сюжету. Подождите, Дмитрий, мы сейчас вернемся к сюжету, чтобы это не стало таким же 20-минутным диалогом на другой сюжет. Мне сказали, я в регламенте. Если задерживаю, пожалуйста, делайте замечания. Совершенно нет, пытаюсь соединить дискуссию. А главный посыл приведения работы Нестерова, он был в чем? Вы его поняли? Основной посыл, как я его понял, может быть, я неправильно понял, что в 20 веке возможен не только авангард, но возможно еще совершенно потрясающее, гениальное реалистическое искусство. Я ничего не перепутал? Да, конечно, так. И для завершения своей мысли я хотел показать вам два промелькнувшие портрета Пластова, крестьян. Нет. Вот они промелькнули. Регламент был превышен в два раза, по-моему. А давайте сделаем так. Если двумя словами, то для завершения той мысли, о которой я говорил, была тенденция, она доминирует, она господствует в современном мире. Это тенденция возврата Азии. Но Азии не на основе общины демократической, а Азии на основе обывателя. Это фашизм, это то, что называется сталинизмом. И с вашей точки зрения, простите, буду перебивать просто потому, что мало времени. И с вашей точки зрения, все это, в принципе, породило господство черного квадрата, некой такой анархии и деструкции. С точки зрения Лившица и Лукача, вот те тонкие изыскания интеллектуалов, которые вели к культу другого ничто, вот о чем я говорил, есть два ничто, к тому уничтожающему все ничто, вот этот интеллектуальный культ ничто, соединившийся с тем ничто, который вы должны были увидеть, но, к сожалению, не увидели в глазах мужичка из робких, они дали чудовищную смесь. И они и сейчас дают это уже страшный результат, потому что одна из последних картинок, которая у меня тут должна была быть показана, надеюсь, она будет показана, это картина казней, которые проводит ИГИЛ. И это тоже очень декоративно сделано. Это сделано, я не хочу сказать, что это сделано абсолютно по Малевичу, хотя очень напоминает крестьян Малевича, у которых нет лица. Я хочу, наверное, к дискуссию какой-то диалог подключить. Дмитрий, а вы согласны с тем, что говорит Виктор? По крайней мере, мой словесный гипноз отличается краткостью. Еще раз, меня звали на дискуссию, меня не звали на лекцию, хотя, я говорю, мне лекция очень понравилась. Я хочу вернуться к объекту, который нас призывают ненавидеть. У меня, кстати, возникло очень много вопросов по вашему выступлению. Я надеюсь, я смогу на них получить ответы, но просто четкие, ясные, короткие. Итак, что проделал Малевич? Вы знаете, у него центральная тема, центральное понятие – это беспредметность. Искусство должно быть избавлено от предмета, только тогда живопись становится живописью. Можем почувствовать ее энергетический поток. Почему эта мысль, которую можно считать безумной, приходит ему в голову? Почему она приходит именно в начале 20 века? Это очень интересный вопрос. Почему никто не додумался очистить живопись от предметности за 25 тысяч лет, которые мы знаем со времен палеолита? Перед вами пример апогея предметности, знаменитый натюрморт Шардена,
Привожу его для того, чтобы показать, что отношение человека с предметным миром, оно непрерывно в истории меняется. Что нам хочет сказать Шарден своим натюрмортом? Он влюблен в эти предметы. Эти предметы сделаны каким-то, может быть, его ближайшим окружением, мастерами, которые лепят эту вазу, эту чашку, они стараются, чтобы это получился шедевр, и потом они заходят к соседу, как тебе там моя ваза, как она не разбилась ли, и каждый раз он заходит и любуется на вещь, которую он сделал. А что произошло в XIX веке вообще тотально с отношением человека с предметным миром, что так тщательно проанализировал Маркс в своих работах? Собственно, понятие беспредметного, оно уже встречается у Маркса. Уже в ранних работах, в рукописях 1844 года. Так вот, Маркс там говорит, что теперь отношение человека и предмета поменялось радикальнейшим образом. В мануфактуре, то есть, грубо говоря, на конвейере, человек не делает прекрасный предмет, который является для него гордостью и воплощением его творческой энергии. Он делает просто одну, он делает одно механическое движение. Вот этот вбивает гвоздь, этот что-то режет, и он прикован к этому конвейеру, как просто каторжник к своей тележке. И человек начинает ненавидеть предметы, которые он создает. Потому что эти предметы, как говорит нам Маркс, они высасывают из него всю его человеческую сущность. И предметный мир противостоит как бесконечно враждебный. И вот, собственно, когда мы смотрим на Малевича и на это изымание предметности, он нам говорит именно об этом. Да, предметный мир для человека этой эпохи – это нечто глубоко враждебное. Собственно, если вы хотите понять то содержание, которое скрыто в «Черном квадрате», то тексты Маркса об изменении отношения к предметному миру являются, на мой взгляд, совершенно ключевыми. Одну секундочку, я еще не закончил, простите. Не претендую. Теперь по поводу вот этой... Действительно, можно взять картину Нестерова и показать ту глубину, которая скрыта. Есть просто другой образ глубины. Вот несколько дней назад мне довелось быть в музее нанотехнологий. И, собственно, у меня было первое впечатление, что я нахожусь в музее такого ультра-контемпорари-арта. Вы заходите, там просто на витринах лежат совершенно ничтожные предметы. Просто такая выставка минимализма. Какие-то кубики лежат, какая-то палочка лежит. Какая-то просто коричневая палочка. Говорю, что, ребят, за палочка, что надо делать? Ну, а ребята, которые создали эту палочку, подходят, мне объясняют. Вот эта палочка, там пару атомов поменяли. И вот, понимаешь, на самом деле, ты ее берешь, она легкая, как деревяшечка. По прочности она прочнее металла. По цене она дешевле металла. Теперь, собственно, железобетон будет делаться вот из этих палочек. Это чудовищным образом удешевит его производство, он станет легче, надежнее и так далее, и так далее. То есть, когда вам показывают, что за этой палочкой стоит, ну и так сказать, за каждым из других предметов, вы понимаете, что эта палочка заслуживает того, чтобы находиться в этом музее нанотехнологий. Поэтому мой вопрос к вам, Виктор Григорьевич, ну так прямо просто. Как вы считаете, должен ли «Черный квадрат» находиться в Третьяковской галерее, в музее шедевров национального русского искусства? Сначала... Дмитрий, вы хотите «да», «нет» или с объяснением? Ну, я хотел бы суть просто, да, без объяснения. Да, ну, нет. Еще лучше «да» или «нет». Сначала я скажу о том, как вы замечательно, ловко, вы действительно владеете великим искусством превращать белое в черное, и Маркса делать теоретиком ничто. Вы изложили Маркса таким образом, как будто бы он сторонник того процесса, когда предметный мир вызывает ненависть у человека. Умоляю, Виктор Григорьевич, ничего подобного не говорил. Все свидетели, все, вот полный зал свидетелей. Я говорил, как Маркс описывает отношение изменения человека с предметным миром. То, что ему не нравится... И он считает работу на конвейере адом, и что эта работа должна быть революционизирована, изменена. Чтобы этого не было, по-моему, это такие очевидные вещи, что даже говорить неудобно. Мне кажется, что это... Подождите, вы меня перебили и не дали досказать. Вся энергия Маркса
в том, чтобы люди вернулись к предметности. У него описание того, как стандартизированное производство убивает человеческий глаз. Глаз, который потерял способность видеть свет, видеть тело живое, этот глаз и производит мертвые формы, которые воплощены у Малевича. Вся формальная школа началась с протеста против этого движения, с протеста против стандартизации, с попытки вернуться к телу, но не к беспредметности. У вас подмена. Беспредметность не рождает цвет, она убивает. Огромная литература свидетельствует о том, что же настоящий колорит связан только с телом. И только тот живописец создавал колорит, а не раскраску. Я скажу вещь совершенно невозможную, но Кандинский для меня – это раскраска, это не цвет. Цвет и колорит рождаются только от изучения живого тела. Он и есть живой дух. Так вот, Маркс был, безусловно, за возвращение человека к живому телу, и он описывал не просто с отвращением этот процесс, о котором вы сказали, он описывал этот процесс как процесс уничтожения искусства, в котором нет ничего хорошего. Может ли цвет существовать без тела? Абсолютно согласен с Виктором Григорьевичем, именно так Маркс это описывал, что я, собственно, и говорил. Показывая только, что квадрат не такая простая вещь, что он воплотил в себе вот эти идеи отношения человека к вот этому ненавистному, к ненавистному предметному миру, а то, что основа живописи и самое сложное в ней изображение светящегося, прозрачного человеческого тела, мы знаем со времен Дидро и Гегеля, и это общеизвестный. Но я не услышал короткого ответа на свой вопрос, достоин ли черный квадрат находиться в Третьяковской галерее, или следует все-таки, наверное, его оттуда вынести за его страшные прегрешения, о которых мы сейчас все слышали. Я отвечу словами любимого вами Михаила Александровича Лившица. Михаил Александрович Лившиц считал, что все запасники должны быть раскрыты, все Малевичи и Кандинские показаны в особо отведенном для них помещении. Ну, рядом, при Третьяковской галерее. Безусловно, в особом помещении современного искусства или под другим названием. Но там, где есть процесс жизни и есть тот процесс, который Хайдеггер назвал ничтожащим ничто, эти процессы несовместимы, они должны находиться в разных... Ну, то есть надо, грубо говоря, если мы поставим ширму между работами Репина и Малевича, то в Третьяковке то вопрос решен, правильно я понял? Ну, просто разделим. Знаете, вместе с черным квадратом нам в Третьяковку придется, и, к сожалению, и в Эрмитаж это делается, и Кулика с Бреннером, и... все прочее, и акции другого рода, все помещать в Третьяковку, условно говоря, в музей. Пусть это существует, пусть Бреннер совершаются все эти акции, но в том помещении, где они, так сказать, будут привлекать людей, способных этим наслаждаться. Вопрос в другом. Не кажется ли вам, что вы сейчас разводите, что вот здесь вот деструктивное, плохое, оно недостойно, давайте его закроем ширмой, а вот здесь вот хорошее, прекрасное, оно имеет форму, и там еще есть барьеры, которые тянутся к создателю, и это созидательно, и это хорошо. Потому что, если уж так говорить про философию, человек — это не только хорошее, но вообще-то человек — это все. Я за то, чтобы это было делом свободного выбора, чтобы вот этот акт, куда какое произведение помещать ли какой-нибудь современный,
какие-нибудь современные ржавые железки рядом. Кто знаком с моим искусством, это конкретно было обо мне сказано. Не вас имею в виду. Вот ваши ржавые железки вызвали чрезвычайный интерес, потому что они невероятно точно имитируют Рембрандта. Вы просто сделали прекрасную копию, и люди радуются возможности увидеть в этих железках Рембрандта. Я говорю о других железках, которые не дают образа Рембрандта, которые дают образ уничтожающего все ничто. Так вот, я за то, чтобы эта сегрегация, как сегодня было сказано, была осуществлена людьми, имеющими возможность свободно решать и имеющими голову на плечах для того, чтобы свободно решать. Нынешняя охлократия, которая не может, согласно Лившицу, он написал сотни страниц на эту тему, нынешняя охлократия, которая не может существовать без современного искусства, так называемого современного, то есть без Малевича и Бреннера, такой возможности людям не даст. Я хотел бы все-таки вернуться к «Черному квадрату» любимому. Вроде мы собрались. Есть у нас еще время, да, по «Черному квадрату» про него. Еще раз к тезису, который я очень коротко высказал, но который надо немножко развить. Люди иногда исходят из того, что художник свободен, делает то или это. Он абсолютно не свободен. Это надо четко понимать. Вы все, или, по крайней мере, поколение постарше, изучали в школе Добролюбова, его знаменитую работу «Луч света в черном царстве», посвященную анализу грозы Островского, где он прекрасно объясняет, что такое художник. Это просто квинтэссенция понимания природы искусства. Он приводит там библейский пример Валаама из книги «Царств». Вы помните, конечно, как один царь решил напасть на евреев, но считал, что разгромить он их не сможет, потому что слабовато у него войско, боялся потерпеть поражение. Тогда он пригласил колдуна Валаама, заплатил ему огромные деньги и сказал: если ты их проклянешь, то мы победим. Валаам деньги взял, но предупредил его, что я сделаю все, что в моих силах, но говорю я не от себя, а от высших сил. Что скажут, так и будет. Хотел проклясть и благословил. Ему второй раз заплатили деньги, он второй раз благословил. И, наконец, ему третий раз заплатили деньги, он опять благословил евреев. Не знаю, там отобрали у него эти деньги или нет. Но Добролюбов приводит этот пример как пример того, что такое художник. Если вы думаете, что Малевич имел возможность... Вот, Виктор Григорьевич, я клянусь, если бы вам дали в руки кисточку... Вы бы сегодня нарисовали, ну, не черный квадрат, но что-то вот, как и любой другой. Если вы делаете то, что от вас требует процесс искусства, то вы бессильны, как Валаам. Что вам будет сказано, то вы будете делать. Свобода художника очень сильно ограничена тем голосом, который он слышит и который его ведет. А почему Малевича голос вел к черному квадрату, ну вот я немножко старался показать из судьбы искусства за 500 лет, из того, что происходило с предметным миром в эпоху мануфактуры и возникающего конвейера, можно было бы развить эту тему еще на нескольких примерах, показать, что действительно это квинтэссенция самого главного, что творилось в начале 20 века, и то, что определило судьбу этого процесса до наших дней, почему этот квадрат и продолжает вызывать такой энтузиазм. Кстати, как вы объясните, что он в 20 веке играет такую грандиозную роль? Заговором о Калахрате или есть все-таки более глубокие причины? Позвольте мне, я прошу прощения, прежде чем вы ответите на этот вопрос, позвольте мне тоже задать вопрос и дать свою версию ситуации, которая произошла в 20 веке. Меня зовут Михаил Народицкий. Я скульптор. Когда уже произошла вся ситуация в начале 20 века с русским авангардом и тем другим авангардом, который стал появляться и в других странах,
то, как вы все, так сказать, знаете, это стало поддерживаться мировым арт-бизнесом. Арт-бизнесом это стало поддерживаться по одной простой причине, поскольку большая скорость производства таких произведений искусства, в кавычках, и большая прибыль, которую можно получить на большом количестве, скажем так, валового производства, дает большую прибыль арт-бизнесу. То есть крупнейшие мировые аукционы и крупнейший арт-бизнес стал вкладывать просто в это деньги. И таким образом они стали на этом много зарабатывать. Естественно, прежде всего, они как предварительный этап стали убеждать толпу о том, что то, что они покупают и то, что они потом продают сначала друг другу, а потом разным коллекционерам, это является настоящим искусством и большой ценностью. В общем, в результате вся эта ситуация шла по нарастающей и пришла к тому, что сейчас огромное количество мировых музеев и галерей наполнено вот этим вот, с моей точки зрения, мусором, которое огромное количество, к сожалению, большое количество людей считают искусством. Это мое понимание, мое объяснение. Если вы хотите со мной поспорить или, наоборот, поддержать, то вот, так сказать... Вы поддерживаете коммерческую точку зрения, которая известна, что если бы не были вложены деньги в большую, в раскрутку, в преподачу всего этого, то «Черный квадрат» не был бы «Черным квадратом». Я считаю, это колоссальный... культурной диверсии. Мне кажется, что это вопрос к Дмитрию Гутову, который все-таки считает «Черный квадрат» искусством. Вы знаете, просто я понимаю, что вы, наверное, специалист по арт-бизнесу, вы, наверное, следите за котировками и изучаете финансовые документы, которые за этим стоят. Все выглядит с точностью да наоборот. С точностью. Как только вы оказываетесь внутри этого процесса, вы понимаете, что ничего близкого нет. Приведу просто несколько элементарных примеров. Действительно, есть люди, которые считают, что мусор, любой мусор можно раскрутить с помощью пиара и так далее, каких-то вложений, дальше аукционы, ну, действительно, квадраты, пошел штамповать там разрезанные холсты. Как они поступают? Вот люди, которые так считают. Только люди, у которых огромные финансовые ресурсы. Вот человек мне говорит, вот, сейчас я это сделаю. Берет художника, ему говорят, слушай, вот этот мусор, это шедевр. А вот этот мусор, который ты хочешь раскрутить, он не шедевр, он бессмысленный. Я пытался показать, что в квадрате все-таки какой-то смысл есть. Он говорит, да ты что, ничего не понимаешь, у меня там снимает палаццо в Венеции 50 тысяч евро в сутки во время Венецианской биеннале. Завешивает этим мусором, печатает вот такие каталоги, которые совершенно поднять нельзя, устраивает пати, приглашает директоров музеев, искусствоведов, кураторов. Результат ноль. Потому что в том мусоре, который он выбрал, не было смысла. Вот как функционирует современное искусство, если знать просто его механизмы, его работы. Ничего не имеющего внутри себя смысла раскрутить нельзя ни при каких обстоятельствах. Но подведя какую-то теоретическую базу, мы в принципе везде можем найти какой-то смысл любого мусора. Поэтому... Ничего подобного. Можно? Никакая теоретическая база ни подо что не подводится. А можно сделать замечание, что... Да. Так, я с другой стороны... Слева, справа. Ленгера, да. Да. Ну, скажем так, я была в этом бизнесе, сейчас немножко занимаюсь другим. Изучала психологию восприятия, скажем, тема для меня близка и интересна. Я позволю себе не согласиться с вами, и есть на это большие основания. И мой аргумент, я думаю, с моим аргументом согласятся все, это ваше видение. Опять же, выборку делаете вы согласно своим убеждениям. Но реальность не такова. А вы считаете, что «Черный квадрат» — это не искусство? Нет. Это раскрученный такой бренд? Нет, 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 у меня нет, скажем так... однозначного отношения и к «Черному квадрату», потому что это все-таки определенная точка, да, которая отражала, ну, как здесь правильно заметили, с двух сторон, да, и с той стороны, и с другой стороны. То есть мир, он многообразен, и искусство это отражает. И люди совершенно разные, и художники разные, да, с разным восприятием и отражением реальности. И это хорошо, что мы имеем возможность увидеть все точки зрения, из чего складывается, опять же, наше представление о мире. Но я согласна с Михаилом, потому что на самом деле это факт. Спасибо. Вы знаете, превращение мусора в золото – это вот то, с чем вы согласны. Да вы бы миллиарды сделали, если бы это было возможно. Это же так просто.
Просто все, у кого нет денег, они с этим согласны. Дмитрий Геннадьевич, вы рискуете вашими деньгами, вам приходится смотреть несколько глубже. Прокомментируйте, пожалуйста, слова Меламида, которые он сказал при вручении премии Кандинского, что все современное искусство построено, что это игра бизнеса. Поэтому его нужно выкинуть, все это искусство. Оно все продукт бизнеса и денег. Слова Меламида можете прочитать в интернете. Я прекрасно знаю и Меламида, и его слова. Да, художники периодически любят бравировать подобными фразами. «Моя работа ничего не стоит», «это мусор», и вообще все, чем мы занимаемся, это ерунда, это не искусство, это антиискусство, и какие идиоты нас покупают. Это просто, вы просто попали в слова Меламида. Да, куча художников такое говорит. Это что-то абсолютно ложное или в этом есть истина? В этом? В том, что он говорит, что это чисто финансовая игра? Да. Да нет, ну, естественно, парень просто, то, что называется, стебается. Да, но об этом же писал ваш любимый Михаил Александрович Лившиц. Мы сейчас не будем дискутировать по поводу книжки «Кризис безобразия». Он там писал еще много чего. То, что здесь запущены грандиозные финансовые механизмы, не вызывает никакого сомнения. Но еще раз я подчеркиваю, раскручено, ну, если пользоваться грубым финансовым термином, может быть только то, что внутри себя наполнено глубоким смыслом. Забавно, что мы к концу друзья, уже практически дискуссии. Друзья, если вы прочитаете вот эту книжку Михаила Александровича Лившица, тоже всем ее рекомендую. Вы увидите, что это абсолютное опровержение точки зрения Дмитрия Геннадьевича. Да, я сейчас признаю, что наша дискуссия, в общем-то, действительно была затеяна ради того, чтобы пропагандировать Лившица, как мне кажется. Мне показалось, что забавным, что к концу дискуссии, не знаю, как мы ее так построили, мы пришли вообще-то к тому, с чему дискуссия начинается, потому что по черному квадрату совершенно очевидны две точки зрения. Первое, это не так, чтобы шибкое искусство, потому что очень поддержано деньгами, это раз. Во-вторых, я могу вырезать черный квадрат, а даже если он сложный по форме, я закруглю там углы, как они немного закруглены. Да? Сложное наслоение краски. Окей, я сделаю сложное наслоение краски. Вот он, черный квадрат, давайте любуйтесь, я могу это делать. Другие, как Дмитрий Гутов, действительно в основном говорят, что вот там огромное количество смысла, в искусство надо смотреться по-другому. Окей, мы дошли до этой вот такой стандартной точки. Просто я, честно говоря, не очень понимаю, куда двигаться дальше. Может быть, книга Лившица на это был какой-то ответ. Можно. Я хочу подойти к аудитории, которая просто давно хотела высказаться. Да, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Александр. Хочу сделать вам комплимент, потому что вы как раз одеты в стиле высказываний, которые вы поддерживаете, потому что ваш цвет это изобрел как раз Малевич, которым вы одеты, да, и даже шнурки у вас этот цвет Малевич. Это все Малевич, в принципе. С другой стороны, у вас это классический костюм и как бы и колорит там есть, да. Вот. Но вопрос мой немножко о другом. Вот вы как раз в черно-белом, да, стиле. Вы начали с того, что из цифр, что это была выставка 0.10, 39 картин, красный угол. Это, конечно, не черный квадрат, а четырехугольник на белом фоне, если мы помним, да. Там нет этого квадрата даже в своем названии. И у меня вопрос. Эти все цифры, это все из Торы, из Танаха. 39 ударов палкой, которые он дописывал за одну ночь. Ему не было столько картин, ему важна была именно эта цифра 39. 0.10 – это святая десятина, это божественное присутствие. И красный угол – это, безусловно, то, что он назвал в своей книге «Суперматизм, Сын Божий», и «Скрижали». И потом он говорит о том, что черный квадрат должен быть на левой руке и у сердца. Это тоже что-то тфилин, который у нас лежит здесь в музее. А вопрос-то в чем? Вопрос в чем? Как раз насыщение смыслов, да? То есть сам Малевич, это, конечно, может быть и не искусство, но это как та палочка из наномузея, да, в котором вложено столько смыслов, которые ну, выкопать невозможно. Да? И у меня вопрос, есть ли там эти все смыслы, которые я только что озвучил? То есть Малевич вкладывал туда религиозные смыслы? Или там только идут вот Карл Маркс и история культуры, и история искусства? А возьмите, пожалуйста, микрофон, может быть, как-то передавать прочь. Мы забыли, что он же сделал ковчег. Вот просто я небольшая реплика к прозвучащему вопросу, да? А потом остальное.
То, что Малевич в это вкладывал религиозный смысл, это абсолютно очевидно, да, по самой развеске знаменитой фотографии с выставки 010, то, как это висит наверху в красном углу, поэтому здесь сомнений нет. На мой взгляд, это не играет большого значения, так как это вообще не играет значения, какой смысл художник вкладывал в работу. Гораздо больше смысл имеет ответ на вопрос, что объективно содержится в этой работе, как она в себе концентрирует безотносительно к мнению художника все ключевые темы своего времени. Дим, ну вопрос в том, что мы не можем сказать, что там объективно было, потому что мы сейчас вот не можем сойтись, а что же там объективно было? Ну почему же? Я старался несколькими тезисами показать, что-то там было. Тогда такой вопрос, а есть ли, Дмитрий, у вас какие-то общие тезисы с оппонентом? Да. Это что? Это чудовищно. Это по-настоящему чудовищно. Чудовищно что? Чудовищно то, что мы обсуждаем смерть искусства, которая реально была явлена этим феноменом. И я ничуть не радуюсь этому процессу, и как Маркс не радовался мануфактуре. Я не знаю, с чего Виктор Григорьевич это услышал. Радоваться тут абсолютно нечему. Но я настаиваю на главной фразе, которая стоит за книжкой «Кризис безобразия». Нужно как следует уразуметь первую часть этой формулы. Искусство умерло, чтобы вторая не превратилась в пустую болтовню. Собственно, все, что я говорю, является комментарием к этому тезису. Так, по-моему, очень удачно было сказано в квадрате, что это жирная точка, поставленная в конце истории живописи и означающее, что дальше живописи больше не может быть. И если мы будем следовать за этой мыслью Малевича, то мы будем всеми силами мешать тем художникам, которые пытаются спасти искусство и спасают его и в 20-м, и в 21-м веке. Поэтому та огромная шумиха, которая развернута вокруг этого полотна, она, на мой взгляд, имеет сугубо антихудожественную направленность. Она мешает искусству выжить. Это могло бы быть хорошими точками нашей дискуссии, но мне бы хотелось, чтобы у аудитории не было вопросов. Или если они есть, то чтобы их в конце концов поднять. Потому что когда аудитория выходит без вопроса, это странно. Меня зовут Сергей. Добрый вечер. Чуточку поближе к микрофону. Да, спасибо. Меня зовут Сергей, и я бы хотел вам рассказать, как все есть на самом деле. Ну, наконец-то, мы вас ждали, Сергей. Но если считать, что реальность – это отражение наших мыслей по поводу этой реальности, это оно и есть так, я думаю, согласитесь. Потому что Я уже не согласен, поэтому вы говорите от себя, хорошо? Вы смотрите на черный квадрат, и у каждого своя точка зрения. Потому что я думаю по этому квадрату так, значит, это оно так и есть. Вот именно поэтому вся реальность – это только отражение наших мыслей. Так вот, черный квадрат – это та концепция, которая убивает все предыдущие концепции. В чем гений Малевича? Это не смерть искусства, это смерть старого восприятия искусства. Спасибо. Мы вас ждали, да? Дмитрий? Ну, есть такая точка зрения. Я стою на другой, которую здесь, собственно, и озвучивал, что есть железная логика истории процесса. Дима, но получается действительно, у нас было одно восприятие до Малевича, оно перешло в другое. В этом есть... Но то, что у человечества непрерывно... То, что оптика человечества непрерывно меняется, это открытие, которому уже очень много лет, и оно общеизвестно, не вижу повода его здесь открывать. И какими же успехами мы можем похвастаться по части восприятия произведений искусства? Вельфлин еще в начале 20 века писал об ужасающем падении чувства формы. Ужасающем. В результате стандартизации и не только. В результате Малевича люди потеряли чувство колорита.
они принимают примитивнейшую декоративную раскраску у Малевича за некое эстетическое качество. Между тем, эта декоративная раскраска не имеет ничего общего с орнаментом. Орнамент имеет изобразительную природу, это очень трудно понять теоретически, но любая бабушка, которая вышивает на полотенце, еще способна что-то понимать. Она не променяет своего вышитого петуха на всех Малевичей вместе взятых. А нынешние специалисты по высокому искусству бросятся, если будет гореть музей, они бросятся спасать вот эту вот черную тряпку, а не шедевр Тициана, как было сказано, Лошак. Но мы можем вот это, такие успехи. Мы можем это проверить на примере Дмитрия. Дмитрий, если вдруг случится пожар, и надо будет спасти одну единственную картину во всем мире, то что это будет за картина, кроме ваших работ? Ну, во-первых, свои я кинулся бы спасать. Надежно храните, да, кинулся бы спасать в последнюю очередь. Это неправомерная постановка вопроса с разных точек зрения. Я мог бы развить эту тему, но просто не хочется. Но что открылось человеку в 20 веке, его оптики очень много. Например, все знают, что такой художник, как Караваджо, был открыт 20 веком. Сейчас все знают, да, Караваджо, великий художник. Вы знаете, в каком году его открыли? В 1951. До этого это был совершенно какой-то семистепенный маньерист, о котором никто не слышал ничего. Ни в одном путеводителе по этот художник не упоминался. Потребовалось кое-что в 20 веке. Если брать непосредственно времена Малевича, то... А когда была открыта иконопись как эстетический феномен? 100 лет назад. Первая выставка, где на икону стали смотреть как на произведение искусства. Это был 1913 год. А до этого что там было? Считали, плоско, рисовать не умеют, анатомию не знают, перспективу не знают, воздушной глубины нет, все пропорции искажены. Ну, такие византийские мазилки. Вот так во времена Пушкина кому-то, чтобы кто-то отнес эстетически к иконе, такое было совершенно невозможно. Это шло рука об руку с теми закрытиями, которые, не открытиями, а закрытиями, да, разрушением, которые совершал авангард. Так что все-таки кое-что в области нашей оптики положительное произошло. Кое-что положительное произошло, но то, как видит сегодня художник искусства, великолепно нам продемонстрировал Дмитрий Гутов, который показывал шедевры старого искусства, заметил там все, кроме идеального их содержания. Можно вопросик? Пожалуйста, там хотели вопросы задать? Если можно, да. Вот туда передать микрофон. Коротенький вопрос хотел задать. Вот с точки зрения влияния искусства на социальную структуру общества, да, такой необычный вопрос. Вот регулярная власть заботится всегда о теле. Денежная власть искушает душу. А есть еще концептуальная власть, которая пытается овладеть духом. Да? Вот у Пушкина есть такие слова в песне о Вещем Олеге. «Волхвы не боятся великих владык, а княжеский дар им не нужен. Велик и могучих вещи язык, и с волей небесную дружен». Вот с точки зрения духа, да, а носителем духа является этика. Что это такое? Это моральный кодекс. Что такое хорошо, что такое плохо, что можно делать, что нельзя, зачем мы живем, что такое справедливость. Вот с точки зрения вот как бы духа, да, не кажется ли вам, что Малевич хотел изобразить в этой картине дух, некую этику, которая концептуально влияет на значит, общественное сознание? Это первый вопрос. И как вы думаете, как искусство может влиять с этой точки зрения на социальное устройство общества, ну, скажем так, на политику? Как это можно экстраполировать с точки зрения вот концептуальной высоты? Спасибо. Вот это вопросы. Уважаю. Это пришлось бы развернуть целую лекцию. Действительно, искусство... Мы не знаем общество, начиная с первобытных времен, где искусство в той или иной форме не присутствовало бы. То есть в нем есть огромная внутренняя человеческая необходимость. Разные есть версии. На мой взгляд, искусство – это то, что нам говорит такую правду о происходящем, которую невозможно высказать
никаким другим способом. И только когда она там присутствует, вот эта правда, произведение становится произведением и влияет, и начинает влиять. Не случайно вокруг искусства столетиями и тысячелетиями разворачиваются чудовищные скандалы, когда художников обвиняют во всех... Сразу. Художников обвиняют во всех смертных грехах, мы это знаем уже по работам Фиде и так далее. Когда, вот здесь Виктор Григорьевич показывал наших замечательных передвижников, которых я тоже обожаю, когда Перов нарисовал «Сельский крестный ход на Пасху» в 60-е годы, 1860-е годы, а Третьяков купил, это был скандал, подобный «Пусси Райт». Против Третьякова процесс 10 лет тянулся за то, что он купил эту работу. Православная церковь просто там бушевала. И по поводу еще кучи работ, которые сегодня украшают Третьяковскую галерею. Это, ну, если совсем пунктирно. Можно, да. Микрофон да, как хорошо, дошел до меня. Хорошо, здравствуйте. Леонид меня зовут. Я не специалист, к сожалению или к счастью, может. Я с точки зрения музыканта больше подойду. Для меня лично, опять же, это субъективно немножечко, есть великие музыканты. Это Моцарт, Бах, Бетховен, можно их перечислять в нашем 20 веке, точнее, это Гелеспи, это Эллингтон. Вот. А есть не гении, есть отличные музыканты, и вот один из них — это Фердинанд Ламанд, Джелли Ролл Мортон, он был больше известен. И он для меня является лично некой такой перезагрузкой в музыке. Вот. Так же, как, в принципе, и «Черный квадрат». Вот к чему я хочу подвести и вас спросить. Может, «Черный квадрат» — это не хорошо и не плохо, как этот Джелли Ролл Мортон, о нем можно сказать и хорошее, и плохое. Может, это просто перезагрузка, и какой-то сигнал был тогда и сейчас для нас остается им к новым каким-то свершениям и к чему-то, чтобы мы шли дальше. Спасибо. Виктор Григорьевич, может быть, вы скажете? Если после «Черного квадрата», наглядевшись на все эти чудеса, живописец начнет писать так, как Пуссен, и зритель видеть так, как во времена он видел Леонардо, это замечательно. А если после «Черного квадрата» будут художники в массовом масштабе выполнять то, что делают они сегодня, то это катастрофа. Я имею в виду не тех художников, которые в одиночку пытаются спасаться и просто рисовать, а тех, которые подняты на вершину известности и которые занимаются тем, что в своем бешеном танце растаптывают остатки идеального и человеческого в нашем мире. Да, еще вопрос вот да, здесь, с первого ряда. Здравствуйте, меня зовут Яна. Я хотела задать вопрос, который вернется, собственно, к вопросу, который Дмитрий задал в самом начале, является ли «Черный квадрат» произведением искусства. Ведь каким бы я великим поэтом ни была или художником, когда я готовлю борщ, мы его оцениваем с точки зрения, насколько он вкусный. И вот сегодня вся наша дискуссия, да, которую мы слышали, и отчасти вот наше голосование, да, красиво-некрасиво, мы обсуждали, что несет какую философскую, да, направленность, какое-то предметное, вернее, программное заявление. Но я с этим согласна, это совершенно согласна, это некая перезагрузка, это заявление и так далее. Но все-таки почему это произведение изобразительного искусства? То есть то, что это философское, какое-то некое, да, высказывание, да, но почему это только потому, что это сделал художник? Ну, но он же мог пожарить яичницу. Знаете, что, мне сейчас вспомнился Марсель Дюшан, у которого был писсуар, да, собственно говоря, просто писсуар. Вот он здесь стоит, и это некое такое заявление. Почему мы обсуждаем «Черный квадрат» действительно? Можно? Вот Михаил Александрович Лившиц, кажется, ответил на ваш вопрос. Он сказал, что раньше художники изображали реальность. Они любили предмет, любили красоту этого мира и давали ей шанс ожить и радовать нас.
превращаясь в нечто реально идеальное. Нынешняя же живопись, так называемая современность, есть не что иное, пишет Лившиц, как весьма плохонькая дилетантская философия, изложенная не словами, а красками, но не имеет никакой изобразительной ценности. Извините, пожалуйста, а можно такой вопрос к Дмитрию? Он начал так интересно говорить о том, почему, собственно, да, Тициан... совершенно не видно, кто это и где это. Покажите, вот, да. Да, у меня вопрос такой вот к Дмитрию. Он начал интересно говорить о том, почему все-таки Тициан взял грубый холст и широкую кисть. Вот очень хочется услышать. Ну вот Виктор Григорьевич нас призывал писать как Леонардо и как Пуссен. Попробуйте. Художник видит мир... А художник, некоторым образом, это глаза человечества. Так, как он его видит. Если так, как видел мир Леонардо, за всю историю человечества, ну, по крайней мере, европейского, да, это продолжалось, знаете, сколько? 20 лет. Всего 20 лет можно было смотреть. Уже поздний Леонардо не мог так писать, как он писал в районе... 1500 года. Ситуация во времена Тициана, молодой Тициан тоже так писал, очень близко, но в конце, во второй половине 16 века, гармоничного мира, который вдохновлял Леонардо, уже не было в природе. Для того, чтобы передать тот мир, который ему открылся в момент кризиса Ренессанса, потребовалось. То есть художник выбирает средства для того, чтобы изобразить тот мир, который он видит. И делает это всегда абсолютно честно. Если он видит так, со всей вот драмой, то никакой гладкой поверхностью, зализанной тоненькой кисточкой вы этот мир уже не напишете. Вот для этого и требуется фланцевая кисть, фактура, грубое переплетение нитей на поверхности холста, который он вытаскивает. И если Малевич видит, что экран перед его глазами гаснет, он об этом свидетельствует. Художник – это свидетель происходящего. Свидетель абсолютно честный, нравится это кому-то или не нравится. То, что нам предложил Виктор Григорьевич, концепцию заговора, да, что кого-то затаптывают, кого-то возносят, ну, это обычная теория заговора, которая практикуется как бы при объяснении, лучшее объяснение кучи явлений. Вот, попробуйте сегодня увидеть мир в той гармонии, как она открылась Пуссену или Шардену. Найдите соседа, который будет делать вот такие башмаки и вот такие вазы, и посмотрим, что у вас получится. Дмитрий, ну, возможно, так кто-то это и найдет. Вам, как художнику, сложно или несложно написать черный квадрат? Ну, понимаете, профессиональному художнику, получившему хорошее образование, ну, он даже под Тициана вам напишет. Не то, что черный квадрат. Нет вопроса сложности изображения. Если вы пойдете в серьезный художественный вуз, даже современный, при всем упадке образования, и поступите на отделение не там, где учат себя высказывать, а на отделение реставрационное, вы увидите ребят, которые пишут не хуже Тициана, не хуже Веласкеса и не хуже Рубенса. Вы просто не отличите. Настолько есть мастера. Другое дело, что они не могут на этом языке ничего нам сказать о нашем мире и о том, что в нем происходит. Вся проблема только здесь. Вот для этого Тициану и потребовалась его грубая фланцевая кисть. Так, можно мне? Да? Да-да-да, конечно. Согласно другой точке зрения, которую выражали классики мысли, так как мир видел Леонардо, может видеть любой нормальный человек. Это нормальный взгляд, потому что любой человек есть микрокосм. Вот почему нормальному человеку открыт Леонардо, вот почему нормальному человеку, как писал Лившиц, воскресному посетителю Третьяковской галереи, Малевич предстает в своем истинном качестве, то есть той черной точке, которой он хотел поставить конец живописи. Слава Богу, это был не конец. Мне кажется, это прекрасная вообще точка нашей сегодняшней дискуссии. Очень хочется поблагодарить ее участников и вас. Я не знаю, давайте действительно поддержим друг друга. Спасибо. Не знаю, стало ли вам что-то понятно чуть более по черному квадрату. Это был художник Дмитрий Гутов и искусствовед, профессор Виктор Арсланов.
Очень надеемся, что дискуссии в Еврейском музее и Центре толерантности, дискуссии, которые вместе с энциклопедией русского авангарда приживутся, вы можете записаться на сайте на следующую дискуссию. Она будет посвящена Гончаровой, Наталье Гончаровой. Пока что не очень спикеры выбрали, что это будет за картина, но в любом случае заходите тогда на сайт, смотрите за анонсами. И сегодняшняя дискуссия, она у нас снималась, вы там же можете пересмотреть, найти себя. Может быть, что-то переосмыслить, уже пересмотрев постмодерне. Спасибо вам огромное за то, что сегодня присутствовали и были. Спасибо.